Всем привет! Сегодня я пройду круиз Стору. Полное прохождение. Поехали. Начинаем. Для начала нам предлагают собрать Дора. Вот они тут в бассейне. Можно трясти вот эти вот горшки с растениями, и оттуда тоже выходят Доры. Вот горочка. На ней можно постоянно кататься. Прикольно. Главное, из корабля только с помощью нее не упасть. Пошлите. Поищем еще доллары. Этот пропеллер очень сильно кусается. Бьет. Может даже уничтожить. Дальше, когда нам откроют проход, тоже все проверяем. Получаем денежки. Вот некоторые могут где-то забиться. Спускаемся ниже, и тут кабинеты. Ну, вот тут прям на виду они прям стоят. Доллары. Собираем. Вот еще. Спускаемся еще ниже. Прям на дороге валяются. Может, еще где-нибудь они еще лежат, где я не знаю. Ну, это те места, которые я знаю. Мне, конечно, не выпадают. О, а вот это вот джекпот. Джекпот. 7 дает долларов. Теперь вот такая вот заставочка. Теперь мы должны принести туалетную бумагу. Можно подождать, пока кто-нибудь принесет, но лучше самим принести. Вот так вот, нажимая и стоя на ней, можно подпрыгивать. А наверху на веревочках там есть доллары. Если постараться, можно их всех достать. Постараюсь я сегодня 100 собрать. Golden Sticker. Сейчас мы его поищем. Он должен быть в игровом отделении. Вот оно. Вот тут можно постучать и получать вот такие вот красненькие стикеры. За них мы сможем купить биту. Сейчас нужно собрать 10 штук. Вот она, наша бита. 6 уже собрал. Они там внутри автоматов забиваются. Все, у меня есть 10. Нажимаем на эту биту. Все, теперь у нас есть бита. Может, она нам еще и пригодится. Но это уж точно. Дверь не открывается. Спи, нуб, написано от моего имени. Пошлите. Смотрите. Вы видели это? Какой-то черный призрак тут был. Что тебе нужно? Тебе нужен ключ. Этот ключ находится на унитазе, в последнем кабинете. Приносим его. Все, давай, открывай нам дверь. Нам нужно включить генератор. Свет или пункт. Вот когда горит оранжевым и мигает, значит сейчас будет лазер. На них лучше не попадать. Они могут убить. Ищем наш генератор. Ну и по дороге собираем доллары. Видите, они меня укусили только что. И вот генератор. Теперь нужно вернуться. Они больше гореть не будут. Справились. Видите, тут немного света есть теперь. Доброе утро. Наконец-то наступило утро. Теперь нам нужно выбрать одежду. Выбираем, какую хотим. Все, я выбрал. А зачем нам сказали сюда зайти? В игровое отделение. Почему экран такой темный? А потому что сейчас будет атака. Смотрите на этого пирата. Это пират. Призрак-пират.
Я недоволен. Это еще кто такие? Вот это вот пираты. Зомби-пираты. А вот тут вот такое вот есть местечко, на котором можно сидеть. Просто сидим, а они до нас не достают. Можно даже их не бить. Ну, лучше, наверное, их будет бить. Когда бьем, там вот так вот загорается. Все, справились. Теперь со зрением у нас все нормально. И мы прям тут же. О, привет, капитан. Не кушать? Почему? Не кушайте, ребята, эту еду. Она отравлена. Вот я сейчас почти проиграл. Из-за того, что поел это. Ну, что-то нам, да, отравлены. Плохо становится что-то. И теперь мы за решеткой. О, привет, Джек. Тебя тоже посадили. Вон там ключ. Давай, палочкой достал. О, вот она. Длиннющая палочка. Может, еще пригодится. Поэтому я лучше ее возьму. А не могу достать до этого ключика. И как до него достать? Ладно, я иду за тобой. Что-то нужно отсюда, что ли, идти? Вот же ключик. Можно было отсюда пройти. Вот отсюда всегда проходите. Там дверь открыта. О, пошлите. Опять этот летающий пират. Люди. Что ты теперь ты с нами сделаешь? О, потоп! Корабль тонет, кажется. Да, корабль будет тонуть, если тут будет очень много воды. Нужно сейчас активировать рычаги. Давай, подписчик, ты активируй, а я буду тебя прикрывать дубинкой. Опять он сюда отправил этих зомби-пиратов. Все активировал. Неужели мы не успеем? Вода все выше и выше. Дверь еще не открылась. Последний, давай. Все. Дверька открылась. Идем. Тут уже дороги не видно. Все, я справился. А где подписчик? Все, телепортировался. А это камеры. Ну, поехали. Красный ключик. Я его не могу взять. Выбираем, какова будет концовка. Ну, что это такое? Генерал говорит, что убьет нас. Тут тоже потоп. А он с саблей на нас бежит. Он идет за мной. Он за мной идет. Хм, застрял. Я тоже тогда тебя буду бить. А нет, он не застрял. Идет за мной. Где он там? Вон он. Давайте тоже его бить. О, он упал. Готов. Справились. Давай, бросай этот амулет, который призывает этих зомби-пиратов. Да! И мы прошли полностью круиз. А он до сих пор орёт почему-то. Джек? Давай вернемся домой. На этом наш ролик подходит к концу. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки. Всем пока!